Но вот вы... Мы боимся. Вы не бойтесь, все будет... Мы люди не публичные. У нас предложение, точно. Давайте поскажем, что мы секретные. Вот, давайте я рот пожалуйста. Расскажу это все выступки. Там... Наша компания «Связинвест» является ежегодным участником выставки ТИБА с момента ее основания. Каждый год фактически мы вот на этом месте, наш стенд находится. В этом году у нас два стенда. Мы работаем с 1995 года в направлении связи, телекоммуникации, энергетики, систем электропитания. И вот пару лет уже начали заниматься системами комплексной безопасности. И второй стенд в этом году мы как раз поставили по техническим средствам охраны. Он у нас подразделен на два направления. Это защита периметра критически важных объектов и вторая – это интеллектуальная система видеонаблюдения. В ходе выставки эти направления были представлены секретарю Совета безопасности и заместителю министра МВД по общественной безопасности. Ну, как известно, разрабатывается программа и будет внедряться безопасный город. И вот в ее рамках мы делали свою презентацию. Кроме этого, мы провели вчера презентацию и семинар с представителями Белэнерго и Белорусской железной дороги о новых технологиях и построении ведомственных сетей связи на платформе МПЛС. Ну и кроме этого, как обычно, на стенде мы встречаемся с нашими коллегами, партнерами. Было очень много представителей от силовых ведомств, с которыми мы также тесно сотрудничаем, и им были представлены наши новые направления или развитие старых направлений на новых технологиях в области телекоммуникаций, в области электропитания. В частности, также вот представлены в небольшом количестве у нас светодиодные светильники. Один из них уже в агрокомбинате Ждановичи проведена опытная эксплуатация по влиянию на рост овощных культур при комплексном освещении с различным спектральным излучением, которое, в общем-то, дало положительный результат. И также вот разрабатывается госпрограмма по этой теме. Ну, надеемся, что мы в ней поучаствуем.